Что я тебе говорила, малыш? Пожалуйста, предъявите ваши билеты и паспорта. Ой, зачем тебе наши паспорта? Как будто ты нас не знаешь, Тимоха. Роза, это моя работа. Я должен проверять всех. Контроль пройден, и мы садимся на борт большого самолета. У пилотов авиалайнеров самая интересная и ответственная работа. Чтобы перелет был удачным, а посадка мягкая, перед рейсом нужно тщательно проверить самолет. Включить батареи, проверить электропитание. Электропитание в норме. Проверить связь с диспетчером. Диспетчерская, как слышите, проверка связи? Слышу вас хорошо. Связь в норме. Проверить гидравлику. Гидравлика в норме. Включить топливные насосы. Проверить баки с топливом. Насосы в норме. Баки полные. Предполетная подготовка завершена. Запросить разрешение на взлет. Диспетчерская, борт 137 запрашивает разрешение на взлет. Борт 137. Взлет разрешаем. Счастливого вам полета и мягкой посадки. Спасибо. Начинаем взлет. Увеличить тягу всех двигателей. Тяга всех двигателей на максимуме. Наш путь лежит на солнечный берег. Это самый лучший курорт на свете. Может быть, мы там встретим нашего деда. Время прошло быстро. Мы не заметили, как прилетели на солнце.